Друзья, всем привет! Бывают такие дни, когда хочется плов, но нету мяса, например, или. Поэтому плов можно приготовить и без мяса, как один из вариантов. Мы его сегодня покажем и будем использовать вместо мяса картофель. Принцип приготовления такой же, как и любого другого плова, просто на начальном этапе вместо того, чтобы обжарить мясо, мы обжариваем картофель. Точно так же, как для казан-кабоба. Мы задаем ему цвет, картофелю, и убираем его. И дальше все остальное. Товарищи жители Узбекистана, так как я нахожусь в городе Шахрисабз и в городе не одна тысяча людей, то, что вы меня просите называть не катыком, здесь называют это катык. Катык. Я называю так, как называют здесь люди. То есть, если 10 человек мне сказал, что это не катык, а здесь миллион человек называет катыком, кого слушать? Ну, это так. Подумать вам. В каждом регионе Узбекистана некоторые блюда называются по-разному. Где-то катык, где-то сюзьма. Здесь называют вот это катык. А кефир здесь, это кефир. Сюзьма здесь вообще слова нет. Здесь его никто не употребляет. Начинаем с масла. Масло зигирное. 1,5 ковшика. О, какой запах пошел. Масло растительное подсолнечное. 1,5 ковшика. И нагреваем его. Пока масло нагревается, нарезаем лук полукольцами. Лука сколько у нас? 2 штуки здесь. Лук не молодой, а старый. Но уже рыхлый. Уже теряет былую упругость. Так, для лука. Солнце жарит как безумное. Жарит в спину. Так, все, лук нарезан. Картофель 3 штуки, 1 килограмм, крупные. Сливаем с них воду и солим. Хотя, в принципе, это ничего не дает, но точно так же, как и мясо, предварительно подсаливаем. Хоть что-то впитается. Так, все, ждем, пока нагреется масло. Так, начинает появляться легкий дымок. Нет, еще рановато. Еще 2 минуты ждем. Так, закидываем картофель. Видите, какое красивое масло, как гранатовый сок темного цвета. Вот именно вот этот рисунок можно увидеть в зигире. Он себя ведет очень красиво. Так, еще 2 минуты подрумяним их. Достаточно. Еще чуть-чуть и достаточно.
все, достаточно. Картофель готов. Закидываем лук. Так, добавляем четвертую часть моркови от килограмма. И обжариваем тоже. Пять минут варим зирвак. Пол килограмма риса аланга и пол килограмма риса лазер. Убираем все камешки, палочки, все, что не нужно. Так, потом что мы делаем? Тань, дай сорт, пожалуйста. Так, и ложку столовую можно. Две столовых ложки соли. Этого немного, поверьте. И заливаем все это водой на 35 минут. Прошло 20 минут. Минут картофель варится вместе со всей морковью. Пять минут без крышки на медленном огне. Накрываем на 15 минут на медленном огне. Еще 10 минут.
Так, накрываем еще на 10 минут. Воды не добавляем. Огонь минимальный. Его практически нет. Десять минут. Пять минут. Так. Пробуем. Блин, мне кажется, что это точно такой же плов. Просто вкус мяса отсутствует. Реально он один в один. Если сюда еще добавить кусок курдюка, то он ничем не будет отличаться, просто как будто мяса рядом нет. Вкусный, реально вкусный плов. Вот прям. Такой еще если крутюк есть, вообще под огонь. Рассыпчатый. То есть самаркандский плов без мяса. Вот и все. Картошку попробовать, вилки нет просто. Нам же нужно описать вкус плова. Друзья, если вам интересен этот рецепт, легко можно приготовить. И недорого причем. Это бюджетный плов. И очень вкусный. Всем пока.